Тут некоторые штатские линять начали. Он, видите, воротничок такой, галстучек уже на шее. То есть нижние челюсти снял, а с верхней пока нет. Да, сейчас покажу поближе стесняшку мою. Пошел тереться, солнце мое. Он такой, а спалили, говорит, мою контору, спрячусь нафиг. Не бойся, мы не будем с тебя смеяться, да, что ты будешь обнаженная натура, мы просто посмотрим. Хрен вам. Угу. Солнце, ну что ж такое, давай, не стесняйся. Вот она, шкурочка начала сниматься. О, то есть, в принципе, это только начало. Еще у нас все впереди. Да не буду, не буду, все, я поняла, застесняла ребенка. Все, это уйду в себя, вернусь не скоро, отстаньте. Я говорит, сам нормально полиняю. Так что жду, когда разденется товарищ. Стриптиз начался. Показать это поближе просто нереально, потому что Норман это стесняшка 80 уровня. С глаз еще не снял. Вот снимается сейчас нижняя челюсть. Там он уже видно новую красивую белую кожу. Он сейчас меня посылает далеко и надолго. Но я ребенка оставлю в покое, пусть занимается. Единственное, что ему помогу еще сильнее. У него там и так увлажненная салфетка плюс поилка. Сейчас я ему еще туда, так сказать, влаги добавлю. И пусть ребенок занимается. Начало положено. И вот тут по бокам, видите, уже отторгается чешуечка. То есть, в принципе, ребенок весь в процессе. Начало положено. Пожелаем ему удачи. Это классическая позиция питона, когда его все достали. То есть эти товарищи не агрессивные, в случае опасности сворачиваются вот такой шар. Да, почему их так и называют, шаровый питончик в народе, так сказать. Вообще название официально королевский. Вот, говорит, ушел в себя, вернусь не скоро. И вообще не надо меня трогать. То есть голову спрятал, и все. То есть такого товарища довести, чтобы он кусался, очень сложно. И во время линьки он не агрессивен.